296 лет на страже закона. Ивановская прокуратура отмечает день рождения. В январе 1922 был назначен первый прокурор губернии. Уважаемые коллеги, нам есть чем гордиться. Мы служим благородному делу, охраняем закон. Мы защищаем конституционную целостность России, охраняем права наших граждан, интересы общества и государства. Но это и высокая ответственность, которая заставляет взвешенно подходить к реализации силовых полномочий. До сих пор прокуратура сохраняет свое социальное назначение. Приоритетными направлениями надзора остаются сфера борьбы с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. Деятельность прокуратуры охватывает экономические проблемы, налоги и бюджет, а также законодательство различных сфер. За 296 лет менялась форма прокуроров, менялись задачи, но неизменным оставалось одно – главная цель ее деятельности – благо Отечества, защита справедливости. И в этом плане сегодняшние прокуроры, трудящиеся в Ивановской области, на мой взгляд, успешно эту традицию, эту высокую миссию исполняют. Ежегодно в прокуратуру области приходят десятки тысяч обращений. По каждому четвертому проблему решают. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский обозначил приоритетные направления, на которые стоит обратить внимание специалистам ведомства в будущем. Важно, чтобы добросовестные предприниматели получали поддержку и были исключены всякие мздоимства, непонятные проверки, лишние административные барьеры. И здесь большую работу и прокуратура ведет по защите бизнеса от придирок и необоснованных проверок разного рода. И я очень прошу вас уделять этому особое внимание. Важнейшее направление – это противодействие в целом криминалу и коррупции. Здесь необходима последовательная, профессиональная, грамотная работа и прежде всего по профилактике таких преступлений. В этот день почетными грамотами торжественно наградили лучших работников, а также поздравили ветеранов. Один из них – Николай Гамзин. День рождения ведомства он представил свою книгу, которую посвятил работе. Жизнь прокуратуры прошла через меня, через мою душу, через сердце. Вот она вся вот здесь вот так и лежит. То есть она связана, моя жизнь, с прокуратурой. Поэтому она здесь вложена, в эту книгу. Один экземпляр книги ветеран пообещал передать в недавно открывшийся музей прокуратуры. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.